Такой вопрос, как, например, Pussy Riot, обсуждается в Германии. Нужно ли было двух молодых девушек на 2 года отправлять в лагерь за то, что они сделали в церкви? И могло ли такое произойти в Германии? Я не знаю. Такие обсуждения не направлены против России. Наша дружба не улучшится от того, что мы будем все замалчивать. Я вам не открою секрета, если скажу, что и ваш президент тоже не молчит, когда ему что-то не нравится. И он всегда открыто об этом заявляет. Мы слышим наших партнеров, но они-то слышат то, что происходит там, будучи далеко. Вот госпожа федеральный канцлер упомянула о девушках, которые в тюрьме находятся за выступления в церкви. А знает ли она, что до этого одна из них повесила чучело еврея и сказала, что от таких людей нужно избавить Москву? Мы не можем с вами поддерживать людей, которые занимают антисемитские позиции. Я просил бы вас тоже иметь это в виду. Это публичная акция была в Москве, в одном из крупнейших торговых центров. И проблему нужно смотреть со всех сторон, но для того и дискуссии.